Рамзан Ахматович, ассаламу алейкум, мир вашему дому. Сегодня Верховная Рада в полном составе проголосовала за то, чтобы передать Украину в ваши мудрые и сильные руки. Ахмат Сила, слава России! Ассаламу алейкум. Я люблю повторять, что в каждой шутке есть доля шутки. И в этой пародии на Зеленского, в которой говорится о том, что президент Украины делегирует свои полномочия Рамзану Кадырову, есть некая сермяга. Она отображает общественное настроение последних месяцев, которые можно сформулировать следующим образом. Рамзан Кадыров – человек, который персонифицирует волю к победе. И все его заявления, они тоже не без доли юмора. Он говорит, что возьмется когда-нибудь просто на все 100% за дело. И многие этого ждут. Я не знаю, получится у него или нет. Я не знаю, каков расклад нынешний его взаимоотношений с Верховным, то есть с Владимиром Владимировичем Путиным. Путин давно не озвучивал имя Кадырова в своих речах. Но я просто наблюдаю и за социальными сетями, и веду какие-то разговоры с людьми, с которыми встречаюсь, и мне кажется, что многие из них приветствовали бы назначение Кадырова, там, условно говоря, командующим этой специальной военной операции, которая, может быть, стала бы войной. А когда она станет войной, мы эту войну выиграем 100%. Но я думаю, что мы ее выиграем, в том числе и с Кадыровым тоже. Время покажет. Президента мы вспоминали пару раз. И я хочу позаимствовать вопрос у самого популярного сейчас в интернете журналиста, который специализируется на жанре интервью. У него есть такой коронный вопрос, который он всем задает. И этот вопрос задам вам, он очень короткий. Путин красавчик? Путин абсолютно красавчик. Если меня спросить, да, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю, да, я обязан Путину, Владимиру Владимировичу, вот, будь он президентом, будь он рядовым, я всю свою жизнь обязан и одному человеку, это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет.